Всем привет! Вы на канале Домик Деревни. Лена снова в лесу. Приехали мы за груздями. А тут смотрите, какие красавчики сидят. Так, я буду срезать их. Посмотрите. Так. Маринованные вкусные. Жареные вообще. А какой суп с них? Девочки, красота. Вот еще, смотрите, какие они красивые, маленькие. Вот так уберу. Так, вот еще красавчик. Так, смотрите, вот тут большой. Посмотрим, какой он. Хороший. Смотрите, какая ножка толстая. Сейчас я вот так проверю. Возьму. Пожарим мы. Сварим и пожарим. Так. Девочки, ищем. Вот тут большой. Когда я не беру большой, говорю же большой, мне уже пишут, вот, зажрались. Господи помилуй. Ну я же вижу уже, он червивый, этот гриб. Если возьму червивый, напишут, о, червивый жрет. Не угодишь людям. Ой, вон смотрите. Вот смотрите, какой красавчик тут сидит. Ну вот. Опа. Красота. Это убираем. И хороший грусть. Так, ищем дальше. Девочки, мальчики. Вот такая красота. Вот еще вижу, смотрите. Так, тут вот маленький. Так. Вот. Вот. Смотрим здесь еще. Девочки, смотрите. Девочки, мальчики. Вот. Чистый подберезовик. И вот тут рядом. А, вот еще вот. Малюсенький. Хорошенький. Маленький я буду мариновать. Вот еще маленький сидит. Смотрите. Так. Так, тут большой. Ну-ка. Ой, хороший. Ножки толстые уж. Можно было снизу срезать. Ну, ладно. Так, ищем, ищем, ищем. Вон еще маленький такой. Хорошенький сидит. Смотрите, друзья. Вот так. Вон еще подберезовик. Вот. Хорошенький, целенький. Ой, вот еще. Опа. Так. Ищем дальше. Так, девочки, смотрите, что я тут нашла. Вот, они такие красивые, видите, с ребенком сидит. Вот. Сейчас посмотрим. Так. Так, это плохой. Так. Если ножка червивая, я вот так подрезаю. И все. Так. А, вот еще перед носом. Смотрите, какой хороший. Тоже вот черви. Так, беру я. Отварим да пожарим. Так. Ой, вот тут сидят они. Вот тут сидят. Вот. И вот тут. Посмотрите. А, смотрите, сколько их тут. Эти вот свинушки, друзья. Сейчас вот эти я проверю. Это, наверное, плохой.
Да нет, нормальный. Вот тут где-то, вот, смотрите. Так. Нормальный. Девочки, это же в лесу собрали и все на этом. Нет, конечно. В лесу собираем, по-другому видим же. Дома еще перебираем. Где-то что-то не заметишь здесь. Без очков. Точки лишние не увидишь. Так смотрите. Раз. Смотрите, это второй, третий. Вот там сидит красивый. Вон. Видите? Этот побольше. Сейчас посмотрим здесь. Это вот свинушка такая. Смотрите. Ну, свинушки я не собираю, девочки, не собираю, потому что работа много же будет. Так. Где? Вот они. Так. Я люблю их и мариновать люблю. Они маринованные, даже вареные, просто соленые, вкусные. Ой, смотрите. Сломался нечаянно. Не сломался, а оторвался. Вот еще сидят. Вот. Так. Вот маленький. Все, я их сейчас стрижу. Вон там еще сидит, видите? Прям на место нарвалась. Вон. Так, все. Я срежу их и будем дальше искать. Вон такой. Я увеличила. Вот. Будем искать вместе грибы. Прогуляемся чуток, девочки, мальчики. Это вот сыроежки. Их солят, маринуют. Но я ни разу... О, смотрите, под цвет листьев такой благородный сидит. Ну-ка. Ну, я возьму. Вот тут ножки червивые, а вот тут уже нет. Такой интересный. Ой, о, вот, смотрите. Ой, вот, маленькие. Как раз мариновать. Они такие будут красивые баночки смотреться. И они такие вкусные, девочки, мальчики. Вот еще. Что-то я сегодня с удовольствием собираю подберезовики. Их у нас уже давно не было. Девочки, мальчики. Один, два, и то плохие. Так, вот мои грибочки. Корзинку я оставила. Потому что тяжело таскать. Хоть и не полная. Так. Девочки, лес усыпан грибами. Усыпан. Одни грибы. Ой, каких только нету, тем более. Вот, пожалуйста, вам вот эти вот дождевики. Вот, пожалуйста, сыроежки. Ой, их полно, девочки. Вон дождевики. Вот. Дождевик. Вот такой. Жареные, вкусные. Попробуйте. Не отравитесь. Так. Красивые сыроежки. Ну, 10 наименований собирать, это и возни очень много. И я не хочу, я так не люблю. Что-то одно, или уж вот грузди и подберезовики. Оу! Вот, смотрите, ваш любимый. Ну, вот он. Не буду трогать. Пускай растет. Вениамин кричит. Ой, их тут полно. Вот, смотрите. Вот. Какой чистый. О, прелесть. Ох. Вениамин ходит.
Ну, любит он тоже собирать. Сидеть не будет же в машине. Вот, девочки, смотрите. Вот. Вот они. Красавчики. Опа. Так. Вот и все. Так. Ну все. Ой, девочки, я уже устала, но не могу уйти. Тут один гриб попадется, то другой. Их тут полно, девочки. Ой, а тут что? Нет. В общем, вот. Я взяла уже, не знаю, это третья, наверное, корзина. Ну, корзина не полная. Ой, посмотрите, какие сыроежки. Огромные. Да хочется их, но они, смотрите, крошатся. О, девочки. Затягивает лес. О, смотрите. Затягивает. Тем более, когда находишь, смотрите, грузди. Грузди. Под березовики у меня сегодня. Вообще обалдеть. Посмотрите. Ой, точно, наверное, останусь в лесу спать. Мне же так пишете. Хорошая. Ой, тут никак не останешься. Страшно в лесу. В общем, все. Ищем, друзья. Все уже, вот тут сейчас обойду и все. Хватит. И так я уже много. Много, девчонки, собрала. Там потом буду перебирать. Девочки, грибов много я собрала. Поэтому, наверное, будем продавать. Чего не продавать? Надо попробовать продать. Так. Домой приедем и пообедаем. И на трассу. О, смотрите. Огромный сидит. Ну вот как уйдешь из леса? Лес затягивает. Вон там еще вроде бы. Вот такой лес, посмотрите. Собираем дальше. О, там мужчина идет. То ли за мной, то ли грибы ищет. Аж убежала. Сегодня вообще весело в лесу. О, кричат. Ау, кричат. Вася! Маша, я здесь! Ну, весело, короче. Зато не страшно, зато не одна. Как на свадьбе. В лесу. Что-то не нахожу я уже. Потому что народу много. Вот, поэтому... А вот, смотрите. Вот, вот. Так. Обрезаю, друзья. Так, нормально. Вот еще. Вот еще, смотрите. Так. Опа. Хороший. Так, ну все, друзья. На этом видео заканчиваю. Смотрите. Вот. Нашла тут 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Друзья. Все, срываю и все на этом. Пока-пока.